А вот это, короче, уже по ходу PvP. Играю на среднем. Настроечка. Смотрите. Так. С какого-то. У меня много роботов открылись в подарок. Я нашел, где их открывать. Нет, это не PvP, это. Играю на 1900, давайте сразу настройки покажу. Играю на 1900, но остальное все на минимум, чтобы вышединяюсь снова, чтобы уберечь айфон. Потом нагревается, игра требовательная, сильно куряю, 7 требований рекомендованных. GeForce 660, не меньше. У меня хоть и 970 или 790, всегда забываю. Но все равно не максимально. Так, как юзать это? О, кстати, что это? Как юзать вещи? До сих пор кнопку эту не знаю. Почему не подписывается для нубов обычно? П нажать можно? Ой, что это П? А, кстати... Снайперка. Это снайперка. Прикольная вещь, снайпер. Снайпер. Вот эту как юзать? Как вещи юзать? Я обычно. А, или интер? Нет, интер это чем? Думаю, как вещи юзать? О! Ого, кажется, нажал, но не шел. Вот это вот что такое. 6, что ли? Что это вообще? Погоди. Дай еще раз. Это я что? А, нет, shift это вот же, у него просто специально способность нашить. Погоди, это что это делает-то он? Телепортануться можно туда. Я еще учусь всему. На минимальных играю. Какого хрена ты туда впился? Дайте понять, как юзать вот здесь. Кнопку юзать не выси. Вау, вау, вау. Побед. Голос убьет сейчас. Я на каком месте? Последним, удивительно, что мне такое. Юзать вещи, как? Дайте клавиатуру настроить. Вот, вот. Понятно, да? Юзать вещи. Вот это значит незнание языка. Я также не знал, где роботов открывать, я знал. Сейчас увидите, сколько у меня уже открытых роботов. Я хотел удалить данные, но вдруг придумал. Так, есть что там еще? Стоп, я не разобрался. Видите, что разбирает прямо во время боя. Нашел. А в АДДС это движение понятно. А это что за китайская буква? Это понятно, трансформация. Е, что? Ю. 1-2, наверное, юзать. Вот. Тап, что там? F11 это... Это полный экран, фулскрин. Вот 1-2 вот. Вот что это? Хуя на последнем месте. Удивительно, что еще не на последнем месте. У меня больше игроки не будут сюда. Меня пригласили опять. Ого! Босс! Ну, топчик, да, топчик. Если это брат, и систему не будет держать. Теперь она будет хотя бы на стройку не попала. А у меня 6 суперударов. Что это было? Ничего не сделал. Босс пошел, а я на юзер. 1-2, наверное, юзать, да? Ну-ка попробуем 1-2. Блин, 19 секунд экспауна. Блин, 2 секунды.
кто-то хуже меня играет, наверное, где-то бот, наверное, с нами. Я еще учусь. Простите. Не надо только банить. Так, один, два. Так это опять это. Да как юзать весь этот? Ну как? Они подходят и что-то делают, нажимают. Вот. А может кнопочка-то вырисовалась какая-то юзать? И это, если кстати, портануть. Что происходит? Объясните, кто разобрался в этой игре? А, это спавны, понятно. Они мне интересны. Какая это же волна? Кто-то уже вышел. Да ну этот робот, он точно. Снайпер, да, не дистанция. А еще лечение есть. И вообще настройки я что-то делал какие-то уморительные миссии. Но... А еще если не в игре, никогда записываю, как это все вернется. Я хотя бы здесь убью. Опля, бля. Снайпером. Ну все, вот эту волну. Вон 170 хотя бы убил, звучит. Пинг 250 охренительно, уважаю. Китай присоединился. Справа пинг. Не знаю, что я понял, хоть на английском. Хоть что-то тут на английском написано, я не верю. Мне все все тогда, если вы умеете писать на английском. Все бы было на английском. Что? Победа, да? Удивительно как. Красный, он Игорь такой, я даже топ-3, плюс один вышел там, не верится, я даже на топ-3, я ничего не делаю. Так, что там? Далось все-то, вот здесь, короче, открываются роботы, иногда, следите вот за этим объявлением, не принимайте подарки все вот эти вот. Ну, блин, что-то не принимается, вот. И вот сюда вот сразу робот открывается, если новый. Вот у меня сколько. Но почему-то Бамблби куда-то исчез. Стоп, а где Бамблби вообще теперь? Они что-то обновление делают. Но вот здесь был Бамблби. Внутри это все изменилось. Но это кто? Я этого не видел. Это кто такой? А. Стоп, а где Бамблби? Вот он. Слушай, ты куда делся-то? Вот у меня, кстати, о, 7 штук уже далось. 7 золота, я скоро открою вот эту вот малютку. Любимая. Слушайте, а вот это что? О, мне еще подарочки я люблю бесплатные. Давайте золото мне больше, чтобы было до 18 тысяч. Я открою, миссия комплект. Я больше не буду играть в долю. Так что чем дольше я ее не открою, тем больше Игорь Петрович будет обозревать данную игру периодически. Это даже к лучшему. Наверное, она долго не открывается. Да? Вот немножко золотишко подкинул, но что совсем мало. Это кто такой? Это что он умеет делать? А, это и есть снайпер. Кстати, в машине я ничего не понял, он что-то делает такое. Да? Надо его тестировать. Это кто такой? Слушайте, надо потестировать, теперь знаем, где тестировать. Вот этого надо хорошенько растестировать. Мне его только дали, я сразу не дошел. Вертолет топчик. Вот у меня что-то открылось, вот здесь вот, теперь я могу вот в этих битвах, это вот, за базу походу. Ой, нет, назад. О, смотрите, по это что прикол какой-то. Потом мы сюда вставляем какую-то херь. Я не знаю, короче, ничего не... Стоп, подождите, дайте разобраться немножко. Ее, по-моему, переносить можно. Я не знаю, куда.
как вот так вот она переносилась. Ай. Минуты. 13. Вот. Уже на английском стали писать. Не все тут только. Обзорщики смотрят на меня. Вот, можно вот за эту играть, эту, и вот у меня открылась. Еще рамка, пока не открывается. Вот это вот бред открылся, не понимающий. $80. ПВЕ это. А вот это. Это что, ПВП? Это батл с ПВП. Надо тут за реалы-то вот эти вот реальные, опять. Убиваю валюту. Разбираемся вместе, короче, продолжаем. Короче, я ничего не понимаю. А сейчас мне надо, лишь не выключилось, еще меньше сделать. Совсем уберить видеокарту. Ну, здесь я сделал максимальные настройки. Вот здесь вот важно, вот эту вот штуку. Или вот это вот. Там, ну, собственно, чтобы вот фрапс вот здесь вот захватывало весь экран. Или окно, оконный режим, или full, или полный экран, или полный экран, но в рамке, или без рамки, вот важно. Лучше без рамки, чтобы все вырезалось в рамке. Еще и меньше нагревается-то. А вот здесь я сделаю вот так. О! Теперь у меня вообще там ничего не будет греться, я могу играть хоть сколько. Извиниться до качества, не буду по 100 раз извиняться. Где юзать, а? Почему? Вот это вот что? Почему нельзя? Почему я должен какую-то китайскую нажать букву? Какая не задана? И вот это китайская, вот это... Вот что это? А это еще чуть-чуть на китайском все. Юзать где-то есть вещи. Вот надо, вот знаете, нам что сделать? Вот у меня группа создана по трансформу, моя личная. Я же там начал ее развивать потихонечку, не все сразу. И надо было вот это вот заскринить и перевести, кто что догадался, с управлением. Вот перевести на английский хотя бы, если не на русский. Вот здесь вот стрелочками. Вписать или вот это удалить. Можно же через тот же Paint или Paint Brush или потом Photoshop. Вот это заделать черными, сделать по-английски хотя бы, что это значит, вот эти вот это вот. Все вот это перевести, вообще все. Ну ни хрена не понятно. Ну, методом тыка только приходится разбираться. Давайте-ка я потестирую его. Теперь я знаю, где вот здесь. Ну Кась, что он может? Вообще. Кто такой? А мне надо сейчас еще кое-что делать. Что в режиме трансформации можешь сделать? Я вот понял, что вот это вот у него. Вау, хрена у него, если зажать вот эту дрель. Назовем ее дрель. Так. Вот С. О! А я не юзал. Чё это за хрень у меня такая? Так. Это с щитом что-то связано, да? Чё такое? Это я туда телепортануться могу или что? Нет, ну вот это вот телепортер у него, это штуковина классная. Охренеть просто. Поставил и все. Тактика, я же говорю, это тактическая, стратегическая игра. А это, наверное, мина на С. По-любому. Что-то типа, раз подмигивает, я соображаю, что это мина. Ну давайте вот еще вот все вот сюда. Ну да, класс. И кто в эту зону попадает? О, такой, а что, сколько у него можно наделать этих? Пока на что еще перескать бесконечно? Ну класс, пока не убил. Охренеть, блядь. Я его просто не растестировал как следует. Ну вот на Shift вообще прикол, класс. Ну-ка, если его растестировать. И теперь я Shift нажимаю. Вы хотите сказать, я туда? Ни хрена себе у него способности-то. Ну-ка, ну-ка. Надо только, наверное, превратиться. Ну-ка, а что не работает сейчас? Наверное, прямая видимость. Ну, тогда хуже. Или она исчезла? Ну-ка, подождите. Мне важно узнать. Почему? Что пишут? Прямой видимости все-таки. Ну, куда она делась? Она сколько... Короче, сколько она секунд? А вот, о, охренеть, у него взрывы снайперские. Так, сколько на секунд длится, это важно знать. Чё, когда уходишь, она исчезает или что? А, она недолго. Ну хотя бы тогда проверить кое-что мне надо. Через вот это вот она может портануть, нет? Сейчас. Она недолго действует. Так,
что это было? Ладно, продолжаем разбираться. Блять, что там за звуки? Так, все. Да, работает. Это классно. То есть через стену. Так, и вообще, чтобы убедиться, что она действительно через стену работает, достаточно вот так сделать. Да, вот эта стена у нас. Хм, класс. Теперь действуем вот так быстро. Есть. Идем дальше. Ну и все, и осталось супер удар. Все у нас супер удар это делает. Не надо туда сейчас попасть. Как бы наверх попасть? Блин, медленно. Трансформируемся. О, вот так. Туда сразу можно, нет? Как-нибудь туда забросить и портануться, чтобы не оббегать. Тогда это вообще будет классно. Ну-ка, с прыжка туда вот. И туда, и туда, два раза. А ну-ка, портал. Портал. Охрена себе, вы поняли, да? Как вам игра? Топсик? Молодежь сегодня, скажите. Я открою когда-нибудь свою девушку. Красивую эту. И заброшу эту игру. Че, я маленький? Да блять, портал не туда, портануть. Вот и. Вот я не собираюсь портануть. Дайте лучше. Сейчас, потерпи немножко, мы разберемся. Чтобы не убегать, но он медленно респаунится. Да, да блять, опять мимо, как так? А что она ударяется? Тут есть подальше, не упасть. Туда сложно убираться. Давай, получше метай свои мины. Телепортные. Я ей еще хочу. Ну, судя по рисунку, Ешка это у нас. Я не поймешь, что. Лестница такая. Да, блять, опять не туда. На тебе. Ничего не могу попасть. Наверное, нельзя туда, короче. Прыжка еще попробую в последний раз, не получится. Вот долго. А, ну вот, если на мишень попадаю, так наш. Вот. Не хватает этой. Кстати, надо что-то делать. Да. Так. Ты упал-то. Еще давай. Получилось все. Ладно, все, последняя попытка. И придется обходить. Давай. Да, и все. Монголон, что-то не получилось. Трансформируемся. Что за скорость такая? Усиливайся, давай. Фига он дрифтовать умеет. Так, короче, это я, то есть не знал, только научился. Ну и прыжок у него. Да блять, он какой-то неуклюжий. А что это детство такое? Да слезь ты уже отсюда. Блять, это что за бред такой? Только что был бред. Так. Мама. Явно. Блять, его. Трансформируемся. Какого хрена я отсюда начал? А, вот что надо было сделать. Он слабоватый был в памяти. А, ну вот ускоряется. В этих штучек. Просто пипец какой-то. А, ну вот, дошел наконец-то, блядь. Ну долго спорить. Теперь мне надо одежки какой-то. Дайте. Уберись отсюда. Колебалки сделал. Уберись отсюда. Убейте этого, там, я сам. Можно убить? Я посмотрю. Ну, короче. Усиливается на него, типа этого.
Ну-ка, сейчас надо накопить побольше. Побыстрее ее накопим еще. Я не знаю, тут тестировать целый год можно. Медленно, тем более, все развивается. Сейчас я, короче, из вертолета порублюсь еще в той всю карте. Все равно я ни хрена не открою. Ну, снайпер медленно, но все на дистанции, видать, улучшение такое. Кстати, а че вот он? Зачем мне ждать тогда вот эти вот? Если он ничего не делает. Хрена, две штуки в натуре. Ну, блин, снайпером-то. Хренею. Ну-ка. А с этой еще больше штуки. А! Сколько, сколько? Хрена, 3000, по-моему, там будет. Вот. Если он цель наводит, да? А, 4000. Да уберите себе робот. Это у него полностью накапливается. 4000. Какой смысл? Да уберись ты отсюда. Когда я там нужен был. Мешал. Теперь ты мне тут мешаться. Хрена себе. Ну-ка, если. А съе, наверное, усиливать вот это. Упал. Почему тот мешает и все? Фига, через щиты, через все, наверное, пробивает. Ну-ка, ехать. Да дай тебе урон на них. Смотри, сколько было? Три, но быстро, это заряд. Вроде так. Поэтому. Я не понял. Скорость появится. Ну теперь я понял. Смысл. Еще по снайперам. Снайперы нравятся. Редко я играл. Ваншот. Ваншот. Вы и так сколько? Да, просто. Да блин, опять. Сказал перезарядку, еще быстрее не успел. Да блин, надо вот сюда встать. Если на быстрых парах, то все по штуку сносишь. Хотя, наверное, это тоже не всего. Вот этого, если робота прокачивать, то тоже не прям снайпер. Кто снайпер знает, в обычных шутерах. Это будет не снайпер. А теперь копим. Да нет. Ну, может быть, быстрее стал еще. А, да, вот это. А, на постоянке. Все, я понял. Она на постоянке. Вот, смотрите, чтобы больше урон сделать. Она накапливается медленно, наконец-то я понял. Запомнили? Смотрите, чем прикольно. Вот. А там она на постоянке вот это медленно. Быстрый прицел быстро. Точный прицел, я так называю. Накапливается. Вот способность. Иди нахер. Начинайте чирить, объяснять людям. Что я понял. Вот, теперь. Постоянки. То есть на вот этой вот. Вот, она на постоянке. Да, бьет почти в максималке. Максималка бьет постоянно. Я понял. Слава богу. Не зря тут тесты. Не зря. А теперь идем. Значит, куда мы идем? Ну еще вот этот бой. Теперь я не подведу. Я разобрался, я понял. Ну а что, все сразу что ли? Тем более на китайском, когда написано. Странные вы какие-то. Чего вы от меня хотите? Я что, он китаец, что ли? Ну что, играем?
Я не подведу в этот раз, не беспокойтесь. Я тренировался. Ну, может, подведу. Ну, что, играем или что? Они не хотят уже со мной играть. Еще, просто понимаете, я еще... Сейчас с игроками вот эта вот миссия, я понял, это ПВЕ, но с игроками, а там ПВП. ПВП лучше вообще не сваться потом, пока ты учишься. Понятно? Ну, блин, 10 уровень, Игорь Петрович. Ну, я еще учусь, еще недели не прошло, как играю в данную игру. Осваиваюсь, что хотите от меня. Смотрите других стримеров. Меня не устраивает все. Бамблби почему-то куда-то исчез. Вот это хрень, чё? Чё это такое? Ну-ка, стоп, распал, сейчас меня выкинет по-любому. Нет, не выкинуло. Чё это такое? Что это? Ой. 6 vs 6. Лил 26, лил 10. Чё это такое? Вот где PvP это, наверное. Ну вот здесь PvP. Вот оно где PvP это. Вот тут надо будет не тупить. Но я тренировался. О, вот оно где PvP там. О, хрена себе, пошло дело. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Вот это что за хрень? Что это? А, это микрофон? О! Hello. Hello. Два. Чё это два? Я всех распугал. Hello. Я микрофон включил. Это микрофон, оказывается. Мы сейчас китайцев будем слушать. А ну-ка давайте быстро PvP мне все. Красная тема, будет тема. Я сказал PvP. Вы застали что ли? Ну, блин. Русскоязычным игроком не хотят PvP-щиться. Ну, давайте еще какую-нибудь. Где там набрались команды? Наконец-то при вас все разобрал. У нас микрофон есть. Ага. Вот тут два игрока уже. О, погнали! Снайпера берем. Я тренировался. Но лучше помолчать. Лучше помолчать. Эй, есть тут кто? F2, короче, это болтать. Hello, I'm noob. Sorry. Ну, сейчас буду что-нибудь выдумывать. Hello. Кстати, на, сука. Снайпером я знаю, как играть. Квестбол убирал, ничего страшного. Ренатом сформируемся и поехали. Сейчас. Давайте, не бойтесь. С вами Игорь Петрович. Гоу, идиоты, блядь. Так вот, там, блядь. Стоп, идиоты, блядь. Ой, блядь, кто меня такой? Это я, идиот. Реагенимся. Вот это PvP уже началось жесткое. Вот оно где PvP это наконец-то. Спокойнее. 25. Пошел нахуй. Так, блядь, я не могу его вынести.
Хуета несчастная. Блять. Еще называется снайпер. Да блять, да как он так-то? Я могу туда телепортануться, кстати. Блять, да как? Они читеры. Или я нуб? Как он может? Стоит там, выносит всех, смотри, что происходит. О, штуку снес. Ее, Игорь Петрович вынес первого игрока. Все, блять. Сука. Иди нахуй. Вон, Дэнди надо вынести. Дэнди, Дэнди. Все мои Дэнди. Дэнди играют все. Крейзи. Идемте, команда. ПВП. Пошел нахуй. Я снайперами люблю играть. CSGO вспоминается. Первый килл игрока. Как же это прикольно. Ну все, штука накопилась. Три штуки. Пусть покажет, кто они тут. Камперов не любят, но... Движемся, движемся, движемся. Что за хельцы происходит? Так, оттуда, да, у нас будет? О, господи, что я тут делаю? Тут... Ой, немножко. Надо юзать цешку. Кто тут? Дайте, брат, где это? Shift не надо юзать. Это портал. Вот цешку надо юзать. Поставил, пускай бы... Помогать надо ребятам. Че я туплю-то? Вот где ПВП началось. Вот оно. Сама суть, сама соль. Так, энергокубы. Сама суть, сама печень, сама селезенка. Вообще. Дайте-ка добраться. Где ребятки наши сражаются? А я тут вижу. А вот вам цешечка. А теперь ваншотик. Или мне сейчас будет ваншотик. Пошел на. А я, кстати, а я на последнем месте. А у меня Е накопилось. Ну все, всем пизда, сейчас перезарядка. Ну, пожалуйста, еще немножко. Звоните, напряги, давай. Все. Ну я одного только вынес еще. Ну как так-то? Первый килл. Ну как так-то? Вертолетом. Надо вертолетом это. Вертолетом похлопочимся. Мы все равно побеждаем. До 60 тут игроков убить, я все помню. Они больше меня приглашать не будут. Ну, команда-то ведет. При том, что я полный нуб. О, господи. Да нет. Меняем. Да! А этот его застанил, а я добил. Теперь мне надо грибениться срочно. Иначе опять. А вот поддержка, да, это как CSGO. Сколько-то урона нанес нам 4 очка за это. За поддержку. Я начинаю разбираться. Не все сразу. Не все сразу, я разберусь. Не все сразу. Охренеть, это что за тварь такая? Мне показалось, что я какой-то супер-убер тварь был. С какой скоростью еще. И тут чья мой стоит вам. Ну же, Игорь Петрович. Не тупись. Что ж ты, о, они свиняли. Альтеры ебаные. Ну, ну, блоки. О, ваншот. Двоих убил. Хотя бы двоих. Бог любит троицу. И на этом все. И надо бы не вертолить. Но победили. Но... Я, конечно, на последнем месте. Но... Что-то начинать. Первое ПВП чаще. Сейчас будет. Сейчас будет. Ну понятно, у них левел 56 у меня. Сейчас будет... Да подождите, дайте как отсюда выйти. Вертолет. Так, вот это значит ПВП было. Ничего не прибавилось. Но мы победили. Где ПВП-то я нашел? Где ПВП было? А. Вот, закрытый матч. Остался, вот. Погнали. Но только не один на один, конечно. Тут до 6 на 6.
теперь я выберу робота. Я снайпером двоих вынес. Поздравьте хотя бы меня. Никто не хочет с нубом, типа, не говорит, тройся играть. Ну и пошли вы, суки. Я сейчас вертолетом у всех приму. Вот. Лео, 51. Давай. Мы замочим этого 14-го Лео с тобой. Китаец с мой сраный хотел стать, не будет. В моей команде. Игорь Петрович сейчас разыграется, разойдется. Мне надеюсь, было слышно. Я разобрался с игрой, главное. Чуть-чуть. Не все сразу. Ну все, я готов. Мочим идем. Команда наша. Иди нахер все. Суки. Все, никто не хочет против нас. Конечно, тут Игорь Петрович в команде. Давай, в противник войди в команду. 2-2 будем играть. Ну, вот, фотка даже реальная, смотрите-ка его. Вон кто на фоне, вот он. Можем посмотреть. Ой, чё это я нажал? Пошел на Китай. Цуй, ши, юэнь, хули, йоу. О, фак, юэнь, щит, нигер. Бич. Ой, чё я нажал? Я его, наверное, друзья пригласил. Юра, ну, факин, щит, нигер. Фак, ю, бич. Пошел на. Поэтому не беру. Че мигаешь там себе? Поки убить, зато я так могу больше рассказывать. Сделал, когда качество минимальное настроение. Да че вы все выходите, входите? Собрались играть. Давайте играть. На PvP. Че, у них один, а все застали, да? Много ебаного. Чтоб вас, не знал, что в Китае нобы тоже есть. Вот они, вот мне никогда не нравилось, так и CSGO, где только не играл. Кто-то заходит, кто-то выходит, все, со StarCraft времен, 90-х годов начинаю. И не может никто постоять хотя бы 5 минут, дождаться команды, когда наберет. Что за нетерпение, вот это вот потребитель, вот это не нравится. Создавай, создавай, сами кинут, там выходит куда-то. Все бы быстро, куда-то все торопятся, раз живем и так. Я сейчас сам пойду делать. Надоело. Посмотрите. А, может посмотреть просто, что там еще есть это. Окно. Где там еще? Не, это всего одна окно. А вот это что? Ну, да, вот этот стоит, молодец. Патриот. Ну ладно, давайте продолжим. В следующий раз вертолетом буду громиться. За снайпера ты. Да вот. Да вот. Да, вот, вот. Вот, кинуть, у меня та, капсу. Какого так. Это кто это? What the fuck? What the fuck? А вот это чё? Никто вертолёта не хочет, чтобы их вертолёт за вертолёта собрал. Ну и пошли вы, я потом скажу точно. Пойду я разыграюсь в ПВЕ против вертолёта. Идиоты, блядь. Нихуя не умеет. Так, все. Теперь я от вертолета сыграю. Всех вынесу в ПВМ. ПВМ. Плавер против монстров. А там было ПВП. Да, это в Before вот. Плавер vs. Плавер now. Плавер vs. Монстр. Микрофончик подключим. Чё? Почему микрофон не подключается? Ну что, я, наверное, иностранец. Я сказал, за робота вот этого играю. Вот этой партии, которая у меня открылась. А там ПВЕ. А, в ПВЕ можно за роботом. И
уже БВП такого нет. Почему сбилось вот это? Почему это не делается? Почему? Что тут? Эй, я же здоровался. Блин, в этот чат сказал. Так, почему микрофон никак не включается? Что-то я не понимаю, что вообще происходит в этой игре. А, ну вот, включился уже. Что-то как-то он странно включается. Ну-ка, F2 там был наверху. Hello. Так. Что это такое? А, это у кого есть микрофон? У меня есть. О, наконец-то, битва. Играем за вертолет. У кого-то микрофон есть. Кстати, можно понять теперь, кто игроки, кто нет. Вертолета я сказал сегодня. ПВЕ надо же. А, вот так надо было понять, у кого есть микрофон. И сейчас понятно будет, боты это или кто играет. Я если что выйду. Хочу в ПВЕ или посмотреть, где микрофон есть в кого. Теперь я хоть стал разбираться немного с игрой. И чё? Непонятно. Лоу. Боты не играют. Вот этот-то супер, конечно. Надо чего здесь надо нажать? Или мы случай надо? А, оно же автоматически все делает. Нажать. Ну-ка, два. Ладно, выйду я. Я понятно, что вертолетом бы все вынес тут, но не сегодня. Я сегодня снайпером вынес. Давайте в ПВЕ вертолетом. И это, игроки. Мне надо понять, у кого тут есть микрофон, а у кого нет. ПВП нам вообще не дождаться, хотя миллион игроков должен играть в эту игру. Тут никто не коннектится. Я еще учусь всему, так что меня тут особо в друзья не надо добавлять, спрашивать что-то у меня, я еще сам всему учусь какие-то. Хотя эта игра 2017 года, многие меня, наверное, научились. Не знаю, мало, много ли играет мне вот в игроков, каких они уже уровней. Ну вот это я понял, что вот у кого микрофон есть. Ну-ка, F2 нажимаю. Говорится же, алло. Ну, вот это F2 сразу. Понятно, что я кому-то что-то сказал. Hello. Что вот это значит? Hello. А, вот отключить, вот так, чтобы слышно было, да. А F2, чтобы вообще говорить. А это, собственно, что? А, да, на какую кнопку вызывать? Ой, да нахрен я его выключил опять. Сейчас его включать полчаса опять. Ну что-то тут долго подключается к игре этот микрофон. Или вообще никто не подключается сюда. Ладно, я буду разбираться, я, наверное, заканчиваю запись на шею. Вне записи я тоже разобрался со мной. Вот, включено. Это понятно. Давайте на ПВП тогда пойдем. Вдруг уже там собрались все. О! А сегодня тут. О! Оба-на! А давайте за вертолета. Все, я ничего не знаю. У кого подключен микрофон? У меня опять. Чего, не хотите общаться? Ну все. С Богом. Перекреститься надо. У кого микрофон включен, кроме меня? Ладно, разберемся. О, у меня карта сразу загружена. Ну блин, я забыл, как играть. А, нет, еще не забыл. Ну-ка. Блин, выходим из этой. Да блин. Блин, ты там повыше. Значит нам. Блять, динозавры. ПВП. Блять, хрена себе, какая тут. Ну, ну почему? Почему у него перезарядка такая? Ну, блядь, он не стреляет.
R-ку надо нажимать, перезаряд. Тешу Чжэньи де чжицай. Гансуо чжао жа ни. Пошёл и чеба. Да блин, как вот это-то перейти режим? Кью, Е, чё там? На... Да блин! А где режим стрельбы? Тут нету режима стрельбы. Ой. Не переходит. Ну, как мышка у меня скрипеть стала, сломалась мышка. Почему тут только в таком режиме? Я охренею. Ну что, нету режима стрелял. То есть, ну, поняли, в режиме робота, чтобы атаковать. А почему нельзя было здесь стрелять-то? Вэй Чжэн Тян? Хо-хо-хо-хо, я очень люблю. Тут нету режима этого. Меня выкинули. Чего меня не выкинули? Почему не было режима? О, Дэнди. Ясно дело, выкинуть себе, ничего не разобрался. Это мне пизда опять не будет. Да, короче. Тендин буи. О, 3 на 3, да? И попробуй только где-то не трансформироваться. Стрелять он, когда это хорошо, вообще он умеет же вот этой вот розовой ставить ловушки. Пробуй только в этой форме не быть. Ну-ка, надо попробовать. Есть полный микрофон? У меня только... Во, ну наконец-то. Ну-ка, вот, сейчас работает. Почему? Ну, баг. Чё, уже что ли идёт PvP вовсю? Какого хрена она уже идёт? Где враги? Надо тут... Ой, какая задержка на вращение это, камеры. Но я не настроил. Где это? Это вообще... Это пипец, реакция плохая очень. Как играть, если тут такая вот? Я быстрый. На нас. ПВП есть ПВП. Ой, Игорь Петрович, вынес кого-то. Куда? Первый килл. Ну, конечно, сейчас. Минутку не убивайте. Господи, сразу двое. Стоят и ничего не делают. Вот ногу-то сразу видно, как стоит. Ну да, это игроки посуды понятно. Стоят и ничего не делают. Что это такое? Блять, вообще ни о чем. Ну, вы умеете играть? Дабл килл. Ну, я и вижу, оцениваю. Мы победим. 11 против 3. Вы что, только зашли, что ли? Даже жалко вас убивать. Но надо с камерой что-то делать. Наконец-то PvP пошла. Дети играют. Китайские дети играют. Я даже трансформироваться в вертолета не буду. Хотя надо. Ну, как же трансформироваться? Я еще учусь. Ну, сейчас вообще ничего со мной не сделаю. Попасть в руки, когда я буду. Как же трансформируемся? Это бред. Вертолет нихуя не может делать. Сколько по времени осталось? Они сейчас выйдут, да и все. Видно, что ну, о, какой вид, не помню. Так, ну, так, где у нас друга? Да, блядь, не сюда. Ты смотрите, вертолет вообще вынес. Они хуя не могут.
отсюда поставил, вынес. Ну, еще чуть-чуть дожать его, да. А что, ох, вспоминаю детство. Какие же новые. Они ничего не могут сделать. Жалко, что команда 17. Это точно игроки? Ну это же игроки, вон, крейзи. Они как играют? О, Е. Ешка накопилась. Мне даже Ешку и неохота на них. Мне их жалко. 8. Кур для начинающих, пройдите, хоть что-то. Что это такое-то, ну? Я еще сейчас набрал цветов всяких. Где они все, короче? Что это? Я даже топ-2 уже, хотя ничего не умею делать все. Да? Да, давайте трипл. Я могу что-то поделать. Три опять сделал. Пизда на три. Не играют они вообще. Я ничего не хочу с вами делать. А что он стоит? Трипл килл. Эй! Кто там у нас? Микрофон, я только говорю. 27 из 50. Мы увидим сейчас команду. Неохота уже даже в ПВП играть. Пойду-ка в ПВП. Вот там мне карта не задалась. Где со спавном. ПВП просто какой-то пиздец, блядь. Я сначала проиграл, но вот Игорь Петрович разыграл вертолетом, естественно. А ну-ка я в ближку пойду. Все. Ничего не знаю, я хочу. А в ближку я сейчас. Ну два надо одного. О, а что, почему это 4 стало на струе? Пошли вот с этой ближкой. Хотя я должен был вынести в ближке. Надо, знаете, ближку использовать правильно, добивать когда. Так, вот тут ясно. Блять, какое нубство. Я такого нубства в детстве не видел. На небе врагов. Запонтовался быстрее. Сволочь какой-то. Не, надо что-то с камерой делать. Ну не сейчас, не сейчас. Движение камеры вообще медленное. Давай комбо здесь сюда или я. Сейчас у меня накопится вот эта херь. Начинайте. Получил? Ага. Фига, я топ-2. ПВП топ-2, я топ-2. Даблкил у меня вниз. Так. Понятно, это как в эти играют, как... Как в этот, как он играет? Ой, очень, ну, дети, молодец. Вот, видимо, вот здесь надо подключиться. Срочно, дай мне. Кто еще потом? 9 килов, давайте 10 протестов мы пойдем. Учимся, да блин, за ящик не успел. Ну в основном молодежи смотрится, это тут уже бойбой всегда.
На Counter-Strike играют и... Нет, Counter-Strike как раз-таки взрослые люди с начала 1.6 версии. Когда еще в клубах ее только в игровых били. О, пойдем, пойдем. За щитом, пойдем. Let's go! Не слышно? Это командная работа называется. Так, короче, 10-й килл. А где там? Стрял, как я, да? Я его не отрезал. Не знаю, сколько он ТП убегает куда-то. Дайте мне 10-й килл, пока 50-й килл не стал. Как вы вынести, как вы там скилл. Вот, теперь будет 10-й килл, но только на этой форме вертолета. Или 11-й будет килл, 12-й, 13-й, возможно, если сразу меня не вынесут. Пойдем вместе. Так, осталось 15. Они добегают. Пятого, чего? Ну вы чё, ребятки? Что я должен всё делать для вас? Я ослабел, всё, и команда тоже. Я сейчас ничего извинил этой команде. Я плохо участвовал, и уже 42, и те добегают. Опа! Навалимся на них. Все, сделал мышку побыстрее намного. У меня неприятный краш, блин, случился. Игры, не знаю, с чем это связано. Но она не перегревается, типа, не больше 40 на температуре на таких настройках. Но я не знаю, почему краш этот случился. Так, стой, я не делаю, потому что там уж совсем убер быстро. Мне так не сосредоточиться. Какой там глаз на китайский, наверное. Но 90 пойдет. Можно и на 100, но не буду на 100 делать. Хотя... Ну-ка еще раз. Так, это что, это 90 стало? Почему на 100 не делает? Опять 90. Чего она не сохраняется? Ну-ка, теперь. О! Так, еще раз. Это я не пойму, чего она здесь не сохранилась. О! Не, ну это нереально. Все-таки 90 надо ставить. Туда-сюда делаю. Ну, что такое? Так, тут я на 40 сделал. Там 50, 50. Почему? А! Вот это может надо нажать-то. Отменить. Во. Угу. А тогда это еще посередине-то. Ну ладно, все, надеюсь, там 90. А флаг, кстати, что означает?
当机立断是求胜的秘诀。Так, еще одна. Стоит ли его нажимать? Мы всему учимся еще. Че? А, он и закрыт. Это что означает? Ладно, не будем экспериментировать. Все. Итак, не знаю, почему меня выкинуло. Краш, первый краш в игре. Баги есть, в принципе. Еще PvP зайдем. Последний раз. Все. А, PvP я сказал. Кстати, вот это вот что там? Сейчас все разберусь. Скиллами все. Вот это что? Ой, это что вот это? А, это с игроками. Так, а где микрофон? Почему опять вот микрофон отключен? Так, PvP такое. Вот это что? Тут друзей позвать надо. Извините, меня скрашило. Теперь они сюда. Меня могут вообще не пустить нахер. А где микрофончик? Может, это микрофон и крашануло. Я ж не знаю, глючно или не глючно. Как микрофон включить обратно? Пароль, да? Запаролено. А, это самому создать. А как? Микрофон включать, выключать. Друзей нет онлайн. Почему красануло игру? Самый неподходящий момент. Так, вот это не нажимать, я уже помню, это сразу выбрать. Как его вызывать этот микрофон? Я не понял, что это микрофон. Ну, не всегда что-то радостью. Ну, покрасилась игра на таком моменте, блин. Тяндинбуи. Вот так надо переключаться.
Ванченко. Блин. Карта, кстати. Нам перезапустить игру, наверное. А, во, микрофон появился. Вот тогда здесь лагало, сейчас нормально. Вау, вау, е. А то микрофон не работал. Опять нельзя. Это плохо. Здесь нельзя в режим этот войти. Я вообще ничего не сделал. Все где-то там, я где-то тут. Ли Лиа,
Либо больше не выкидывал, а теперь не могу прям выкидывать. Карты я видел уже во многих. Напоминает какой-то. Я на такую больше не хочу заходить, в плитку. Почему туда не летится? Что у него? Не хватает высоты или чего? Дайте мне кого-нибудь одного убить. Давай. Подождите, как это, Игорь Петрович, вы не Игорь Петрович? Нельзя, что ли, так-то убивать? Учиться, да учиться надо. Нельзя, что ли, в суперформе тут стрелять было или что? Или клон какой-то склонировался? Бред какой-то. Игорь Петрович, вы не Игорь Петрович. Многое нравится в данной игре, многое не нравится. Многое непонятно еще, потому что. Я в любом случае топчик. Так, а куда я бегу? Вот это слово не свое. Используйся от топчика. Да. Лишь бы больше не выкидывал. Из-за чего могло выкинуть, кстати, надо подумать. Вот, наконец-то я сюда. У меня вот это есть хреновенько. Она может зарубить. Сейчас
кто-то специально поймал. Мне говорят, почему у тебя греется? Один написал в комментариях. Может, ты поймал вирус какой-то майнинг или что там. Термопаста. Вот термопаста я менял еще летом, так что не должна прошлого года, 2018, сейчас 2019, когда я записываю данное видео. Не термопаста, наверное, вот насчет вируса, не знаю, я по китайским сайтам не лазил, чтобы регистрироваться, куда только там не залазил, это рекламу и спам, и... Поэтому все возможно, вирус, но, наверное, просто игра немножко требует, но она не немножко, а Корея 7 требует, 2019 года, там, мало, Корея 7, видеокарты не меньше, до сих пор 2660 и 16 рам. Это рекомендованные, минимальные 8 гигабайт рам. Core i5, NVIDIA GeForce 660, это, по-моему, минимально, а рекомендуемая 1060. Блишки убил. Блишки вынес. Аллилуйя, свершилось. Ну все, теперь придумался. Я просто тут останавливался, еще останавливаться не надо было, бить и бить надо было. Я близкий вынес, поздравьте меня. Я близкий и никого не носил. Близким был. Опять он пришел там, ну естественно, естественно. Рубить тебе или кто есть. Вау! Да. Микрофон им сказал. А что не микрофон не помешает? О, у меня ешка накопилась, но ее, если начинаешь юзать, то я сам от себя убью. Так нечестно. Смотри, что происходит. Вы помогаете тоже? Немножко. Я знаю, где они. Там добить-то, наверное, осталось. Что происходит? Какого хрена? Он спрятался. Как можно? Это что за форма такая? Смотрите, какие они юзают фишки. Что это происходит? Эй, читер, то есть камтер. Что за... Давайте его вынесем. Он спрятался, нашел все местечко. У меня есть ешка на копе, кстати, вообще... Давайте с этими стариками несчастные. Я сейчас вот это вот забываю юзать. Ну давай еще раз попробуем. Только она уже не пройдет. Они знают, конечно, как путь. Вот это поставил все это. Я уже близкий тоже вам учился. Блин, вот это вынес. Ой, все. Отнял сюда руби. 4 на 50 осталось 20 минут. Лишь бы не выкинул больше из игры. Это еще один минус игры, что тут. Но сегодня хотя бы жесткое PvP идет. Я разыгрался, все. Вертолет рулит очень сильно. У меня он уже какого-то уровня. Но... Команда вообще помогает. Но... Или я команде не помогаю. Учиться и учиться еще надо, короче. Ну, сегодня час PvP, 2 часа. Так, я даже запрыгнуть не могу на нубскую херню. Пиздец. Я могу трансформироваться, да и все. Мне даже клавиатура дурацкая. Офигеть. Какое нубство. Вот он, таракан. Спрыгнул, наконец.
Теперь это тоже у нас кампер есть, который запрыгнул сюда, наконец-то спрыгнул танком. А вот у нас вот этот кампер есть, который 18 килограмм. Он нашел. А чё они все тут юзают какие-то фичи игры, блин? Я вот сейчас тоже разбираться начинаю. Кто спрячется туда, кто наверх запрыгнет и всех мочит. Кампер называется. Это разве интересно? Вот я в жизни как настоящий воин буду атаковать. Заметил. Чё мы ведем? 44-42. При том, что 30 секунд осталось. Не может быть, что мы сейчас все можем проиграть. При том, что у них один игрок. У нас целая рава нубов, походу. Включая меня. Нет. 13 секунд это. Не умирайте там, а то сейчас они подъедят. А давайте его вместе. Кто тут за кого-то убил? Один против. Папка, что ли? Платье просто. Ну, такое ну вообще. Мы победили. Это больше, чтоб ты нам не попадал, то ну. Выкинули меня, походу. Ну, естественно. Ну, а чё вот это вот? Почему ты не включалась ничего? Вот, давайте сюда. О, включилась F2. Замечательно. У кого есть микрофончик? Еще одну может? Ну простите, ну ладно. Еще одну. Я разыграюсь. Я говорю, я разыграю. Еще одну хочу. Так. А там надо открывать не вниз. О, левел 7. Вот. Так еще бы уровни-то видели какие. Здесь тут есть, там с романсом все. Ну-ка, у кого есть это? Микрофончик. Во, блин. Пока молчим, а то выкинуть. Да. Опа, 2 на 3 теперь. Ну. Гоу-гоу-гоу. Опять эта карта. В смысле? 2 на 2. В смысле? Я не могу переходить в режим стрельбы. Это хреново. Ну ладно, я буду разыгрываться. Пойдем вместе. Слушай, это командная работа. Почему их 300? Можно я просто оттонусь? Слушайте, ну мы тут проиграем. Трое, потому что у нас двое. Я этого никогда не делал, простите. Но тут без шансов. Я что-то получусь. Ну, простите, пожалуйста. Ну альт, да, это альт. Откровенный альт. Мне не нравится этот режим, где нельзя стрелять. Не хочу нападаться. Я лох. Ой, смысл. Ой, нельзя такое говорить. Здесь, в этой игре, я помню. Я... Если сейчас опять режим будет без стрельбы, я, ну, она сворачивает. Все, вообще сворачиваюсь на сегодня.
А скорее всего, да, опять эта же карта. Опять я с этим. И опять нет стрельбы. И что, это продолжается, этот бой? Тут даже так можно. Он еще выносит как-то 4 на 5. Ух ты, ни хрена он так-то. Батька. Пойдем вместе, а, слышь? Слушай, пойдем вместе, я один не выживу тут явно. Пойдем вместе. Вешечка, как бы. Что? Не, ну у меня близко вообще хромает. Вообще, это нифига не сделано. А снайпер-то вообще бы нифига не сделал такой перехват. Один он в поле не воин. Да, он рубит. Надо, наверное, эти убирать. Вот видите, что творится. Он даже машинка этой просто катается и... Дается нам. Ну это уже не интересно, когда люди подают. Они видят мой скилл. Надо вынести кого-то хоть одного. И закончить на этом. Запрыгнуть не могу, что за херня. Ну, почесал. Полная мусса. Вообще полная. Наша побыстрее куда? У меня не прокачанный робот. Где накопилось? Что толку? Я даже съесть чувствую, не выиграю. Близнь бой все хромает. Я молчу пару раз. Это единственное, что у меня могло быть. Даже это не помогло. Вот весь скилл. Так а чё стрельбы нет тут? Чё это движение? Это движение боли. Но он меня не убил. Давай, защищение. Как ты так делаешься, что я так не могу? Всё, мне надо в магазин на самом деле вообще. 获得移动速度加成获得回复 А вот они, наверное, подбирают вот эти вот. Бой. Ша-ша-ша! Я вынес кого-то одного. Можно заканчивать. Даже когда 3 на 1. Благодаря нишечкам вот этим поддержке. Я понял, как они вносят. Я понял. Еще shift забываю юзать. Не знаю, что это все делает. Ослабляет мою защиту.
Чего это они от меня убегают? А подожди, у меня же вертолет. А что это я так не так? Теперь там сформируется. И выносим. Вот. Ну, я двоих убил, между прочим. Все на этом. Все на этом. Все. Все, нет, все. Ну как я могу бросить его в беде, но еще 20 минут играть? Извините, пожалуйста, я учусь. Все на этом. Простите, пожалуйста. Жаль. Ты хороший игрок, я ну. Я так не могу. Прости, пожалуйста. Впрочем, 7000. Так, а есть еще какой-нибудь PvP, где я должен выиграть и закончить на красивой ноте? Но уже сегодня, походу, нет у меня. Вот. Что-то нарисовалось вот. О! Ой, вы стреляли. Давай, Дэнди. Тем мы любим Дэнди. Дэнди играется. Дэнди, Дэнди. А да, споем, наверное. О! Много микрофона. Дэнди, Дэнди. Все любим Дэнди. Дэнди играют все. Я даже спел ему. А, нет, я нажал, я нахуй. А чё они все вышли? Ой, дурак какой-то. Ну чё, всё что ли? Ты один на один там? Ну. Да вы чё, прикольнулись что ли надо мной? Хоть бы стрельба была, я вас вынесу. А, ну 2 на 2. О, ну слава богу. Вот на этом мы и закончим сейчас. Ну что? Понеслась нелегкая. Надея облачка. Ну ладно, какие облачка. Идем стрелять. Идем. Идем. Ох, ни хрена это, что это за. О, это же истребитель. Помните, трансформеры. А, я стрелять могу. Я забыл. Облачка должны плавать. Гоу, 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 гоу! Один есть. Ну! Я вынес кого-то. Балдёт на меня. Тварь несчастная. Козёл, блядь. Ну всё, Игорь Петрович разобрался. Шифт делом не забываем. Дэнди, 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 мы сервим Дэнди, Дэнди. Играется. Игорь Петрович вынес какого-то хуя. Я Дэнди хочу вынести. Где Дэнди? Дайте Дэнди. Дайте Дэнди, дайте Дэнди. А чё я не это? Всё, блядь. Я... Вы трансформируетесь, я буду трансформироваться. Ну ты, Дэнди, Брэнди, иди сюда. Вот он, Дэнди, сам делает. Учитесь. Дошка рыбы. Ша-ша-ша! Чего? Блять, я не заметил тебя. Дэнди вынес опять Игоря Петровича. Ебаный Дэнди. Сейчас я тебя... Вот эти клоны оставляет, и сам вон он где. Фига у него фишка. Даже не понять, где настоящий. Шипудин. Чё это пыль-то? На, по-моему. Вот облачка двигаются, да? Ну ладно, какие облачка? Опять я надо смотреть. Вешаем. Опять просто. Не обязательно на максимум.
кто ведет, кстати. Мы ж ведем. Мы должны выиграть матч, и я закончу. На красивой ноте и все на сегодня. Вау, 2600 плюс хп это дало. Ой, у меня накопилась ешечка. Ой, славненько это как. Ой, всем пиздато сейчас. Лучше, слушайте, лучше Дэнди. Дэнди, иди сюда. Я тебя вынесу, но сейчас буду. Читаю, блядь. Дэнди, милый, родной. Я вынес Дэнди. До сюда кто-то досмотрит, тем будет бонусово. Учитесь играть. Стрелял. Шутер. Ну, дети, малолетки. Ну ладно, что я зашел. Потому что малолетки ни хрена не умеют. Хотя иногда меня могут вынести. Дэнди не такой уж сильный, как сказал. Я его рукопашку вынесу. Давай. Ладно, какая рукопашка куда тут? Это либо есть. У меня 2600. А, это вон пули, это 403, это заряд пули. Я понял, куда приходить. Так, я забываю кое-что делать. Давай, прячемся. Я как поддержку. Я топ. Я думал, топ один. Ты почти. Топ-2, я топ-2. Ну, против двоих сколько тут у нас собралось? Как так? Чё их вообще нету? Еще бы мы не выиграем. Не дай бог выбросить. Такой матч. Такой матч. Мне все нравится. Давай, сзади. Чё не я-то? Чё у меня тут? Дэнди проклятый решил отрастить. Вот он, зелёный, я запомнил. Зелёный с базукой. Точнее, это не базука называется, а это. Шадкун. Когда такое быстрое говорят. Я запомнил зеленый Шадкун. Мой враг номер один. Все будет Дэнди. Ну ты! Ты все что ли? Или что это было? Или отонулся? Отонулся. Или выкинула. Тут выкидывает меня. У них один остался. Дэнди отонулся. Дэнди отонулся. Или перешел вот эти. Дэнди альтер. Я все проиграл и все. У меня сейчас скетч. Он эти пошли. А, он другим зашел роботом. Он оттонулся так, он честно. Он перезашел с роботом другим. Я охренею. Вот это вот все и капли не понимаю. Лени, дайте два. Я хоть камеру настроил, все отлично. И все, не важно, мне супер настройки. Игра топчик, игра топчик. Эй, народ, играйте. Я специально создал группу ВКонтакте. Вон информации там делится. Где народ? Я разыграл все. ПВП. Ты лох, иди сюда. Убегает меня, пожалуйста. Рукопашка, пошел в рукопашку. Пошел на рукопашку. Да где он, блядь? Да почему я не смог вынести такого нуба, который от меня убегал был? Он видит, что... Почему никто не играет с этим топовым персонажем? Вот штопсик. Убивать залку. Ну этот перс это вообще топ. Я его прокачивать надо. Потому что и не играет, наверное, легко им играть, когда они не играют. Наверное, думаю, только нубы им играют. Потому что он читер, наверное, перс. О, у меня ешка накопилась, а я туплю. Убивать жалко вас. Да я это сделал. На хвосте вертолет. Первый номер, первый пошел. Почему я открыл вас? Ой, а кто меня убил? Игорь Троич убил Игорь Троич. Так. Это дает повод задуматься, что... 3-4 у меня было больше. Это дает повод задуматься, что нельзя здесь юзать ее. Тренерик.
все правила еще не знаю. Разбил фасад. Ну, трансформацию здесь явно можно. А может лопать я этого не делал? Почему не я-то? Я же был в топе. Как я отпустился? Был топ 2. Так, отпустился. Мне надо проходить игру, короче, без PvP, без PvE. А нормально там открывать. Где там проходить? И куча ботов. Там зарабатываешь, ты открываешь роботов. Открыли и все два. Так, все в трансформацию. Ну я, значит, трансформируемся и поехали. Оптимус, открывай нас своим щитом. Поехали! Вот это мне кидал. Где они все? Что я на них посмотрю, наверное, не карту смотрю, где деньги. Добьем вместе. Сделали. Но... Как могу подключаться к задам? Буду. Блин, патроны закончились в самом неподходящем. А, да кто такой? Да как так могло быть? А, ну я вынес тоже кого-то. Кто-то меня сразу. Так что ли? Да, четверочка есть. Почему я ниже третьего? Когда у меня убийств больше. За что считается? Пинг, очки. А, очки общие, вон. Понял. Там третья штука. Идем по ней, по общему. А, 3, 4, 3, 5, 8, 4. Не понял, у меня все равно больше очков во всем. Ну не знаю, распределяют за топ тут. А вон 50, 83. Вообще не понимаю. Не важно. Я отвлекаюсь на топы, когда я пытался понять. Я сейчас тоже так же буду. Сзади неожиданно. А то он выскочил. А, вдвоем, понятно. Так, короче, ладно. У меня е накопилось, но я что-то, как говорится. Блин, если е не спасет, надо не делать пока е. Это глупость. Вон он забрасывает. Мне надо полечиться обязательно. Потом мне делать. Блин. Блин. Нет, блин, сейчас. Не успел, если то потом забрал. О господи, о господи, в самую кучу там, зачем? А, из-за количества смертей, наверное, я не в топе. Но я держусь. Может просто опять выкинуть. Ой, что я делаю? 30 раз выкинуть. Господи. Во, тоже они пошли. Они знают, кем это. Кто тут такой? Не, никто ведет. Ну да, это спамящая фигня. Она вот почему и... Никто не знает, что это. Вот оно, летает, вообще не понять, покуда, блин. Я понял, что тоже. Почему этих роботов кто-то не любит. Потому что все заспамнит. Не понять, где чок летает. А если все вот юзать это все. Вот оно, красное прилетело. Давайте дабл. Видим дабл килл. Блин, от нее нет спасения.
Блин, сыр надо было поставить. Ясно все. Вот это вообще читерный получается вертолет. Ну давай вертолет на вертолет. Как мы сейчас? Как вы? Как это 60? Еще хотим. Еще раз и все. Ох, фига у них. Вот это кто это? Это же... Может быть, это истребитель. Ха-ха. Как это миссион фейл? А чё, уровень ничего не добавилось, что ли? Дэнди, нету их? Теперь уже, знаете, узнавать будут Игоря Петровича. В этих кругах китайских. Воу, ну да. ID-9. Зачем значит ID-9? А тут стрельба, по-моему, отключена. Вот это вот надо понять, просто где стрельба, где все. Да хватит меняться командами и роботами. Да, только поменьше лишь бы этих высылали. Ой, вертолетами поменьше играет, он самый читерный, я уже понял. Вот кто-то зашел вертолетами, подровнял команду. Я все равно вертолетом останусь. Хотя снайпер тоже неплохой, кстати. Ну я, пожалуй, все равно вертолетом останусь. Похер. Опять эта же карта. И других-то нет. Где Игорь Петрович? Вон, вертолет опять. Ну что поделаешь? Последний бой. Я всегда говорю, последний там еще получается, конечно. Он еще подгружается, видите, справа. Ну хотя бы это ПВП натуральное. Гоу-гоу-гоу-гоу! Вот тут вот надо, да? Вот. Кайф, плохо. Ой, блядь. О! Давай, давай, я буду. Минус два, минус два. Блядь, я тут буду. Как мы могли проиграть, вот это не понимаю. Походу опять. Надо попробовать, не мешало им проиграть. Блин, мы проигрываем. Надо перетать этот лав. Проигрываем. Блин,
На лава просто это не древо. Он отклонился, что ли? О! Блин, сработало. Так, блин. И все, я смотрю на это. 11.21 как-то мне даже ей не поможет. Ребят, соберитесь, вы что? Я стараюсь, как никогда. Кого я делаю? Вот на, девачки, девачки. Пойдем купить по полной. Надо не просто так вот куда, влево, вправо я херню помню. А на противника конкретно. Откуда ну что-то? Я тоже помню. Видите, как я стреляю? Влево, вправо, на одно окно. Это как гена, граната. Вот зачем я это сделал? Вот зачем я это? Чем я это делал? Там нам было так. Сразу знал. Вот я его убил, а мне не досекало. Вот. Не поймёшь, где я его убил. Вот, вынесли. Сразу, вон он, почернел. Сразу видно, вот эту коротенькую. Да, вот, совпадают иероглифы. Видно, что игрока вынес. Но мы проигрываем, сердце уже начали. Я не понимаю, как так. Я просто ничего не понимаю. Не знаю. Надо перезайти в ту команду. Можно? Как они в команде? Нельзя помогать. Надо было нажать это. Она как? Шифт нажимает? Шифт. Пойдемте командой. Команда. Слабый в команде, то все, вся команда слабая. Возможно, кто-то не хочет. Такого быть не может. То есть одного. Да, я слабый, понимаешь, кто-то. Остальные. Тоже слабый. Почему он проигрывал? Скажите, пожалуйста. Щелка, шиди! Я убил игрока, но убил самого себя после этого. Ей нельзя. Запрет, видимо, делать все время. До этого еще не снимается. А я еще китайцы. Я все думаю, понимаете? Где правила? На русском, на английском. Где правила матча? Где? Скажите мне, покажите рукой. Здесь ей нельзя использовать. С ним это бой. Он вас я еще убил. Вот, я сам интуитивно уже понял. Вижу, что что-то не то. Что-то там. Ну, мы не совсем. Близкие общения. На базу их пришел, встал, молодец. Молодец, блин. А вот они сейчас на базу. Да, этот щит работает.
я все равно смотрю. Не со снайпером походу. Кстати, снайпером надо. Один бой надо снайпером. Он выносит тоже издалека же. Причем выносит по троечке, по 3000. По 4 даже. На максимум. Вот кого надо. Совсем опять. Я после этого снайпер. Ой, тут трое дабл килл сделал вообще. Понятно. Ну это тоже можно. Да как так-то? Я снайпера беру и все на этом. Буду отсиживаться в кампе, как мне подтвердили. Выкручать все. Пересяду на монитор. Снайпера берем. Не волнуйтесь, ребята, с вами снайпер. На этот раз все будет по-другому, я обещаю. Трансформируемся и поехали, короче. Чего, Игорь Петрович один? Или еще другие не подгрузились? Чего? Один на один? Ну вот, работа снайпера началась. Где он? Один на один. ПВП. А, уже два на два. Ну-ну-ну, попади! А он сейчас поставил, сволочь. Да как так? Да не накопилось там энергии еще. Снайпер должен под перекрытием работать. Он знает, что я снайпер, блин. Еще я тоже куплю, а. Ну-ну-ну, попади, попробуй тут. Тут такое перестрелка, а я снайпера выбрал. Им надо отсиживаться в углах где-то. Так, у меня еще какие-то плюшки есть, Shift и C, не забывать. Это счет со снайпером на самом деле. Или я не умею играть в снайпер. У него и так неплохие, вот эти выносят. Так, а что у него на шифте? А, портал, портал. А! Портал в точке, там, где он будет. Где он будет хорош. Я им очки даю на счет. 0 еще 60. Это остальные боты, наверное. Снайпером надо уметь играть. Здорово. Дайте мне мой килл. Ну, видели, поскольку хп сразу сносит? Да блин, не я, я думал я. Ну, ваншот и все, в голову, как обычно. Ну-ну-ну, тут я. Опа. Да блин. Да блин. Да. Да старый буст. Да блин, маты полезли, просто нет слов, одни эмоции. О, у меня ешечка накопилась. Но... Я же знаю, что ед нельзя делать. Все равно делаю. Не прикрывайте. Ну хоть не сам себя убил, значит можно все-таки делать. Вертолета нельзя, наверное, самый читерный. Дайте мне нормально вынести, ваншотить. Мне снайпером прикольнуло играть. Вспоминаете, что... Вот он, вот он. Да, 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 да. Один убийство. Один только. Ну я нуб, ну. Снайперский прицел. Чё же дрыгается это так, винтовка снайперская? После... Вот это отдача. Кстати, в снайперке медленно двигается все. Но если уж зарядится, или если я не промахнусь, то с ваншота в бошку. Кто это тут?
Кто-то пришел сюда. А у него, кстати, ближний бой какой? Близко. Да пошел ты своей близкой какой-то это. Херня, а не близко. Это кто на булава какая-то. Превращается вот эта снайперка у него в булаву. Близко. Надо С делать. С классная штука. О, куда он меня наполтировал? С. Вот. Вот это херёвненько, хорошо работает. А её можно сразу и подобрать, что ли? Это же мины. Да, попади. Вон он попадает, попадает на эту штуковину. Сосём. А он ещё навсегда остался? Так. Не обязательно. Ого, этот со щитом. Ну как же это? Все-таки это лёд лучший. Щит сразу надел. Блин, прячемся. Да не все знает, да? Век играет 2017 года, понятно, все знает. Видит, что снайпер прицеливается, стоит. Вот как снайпер должен действовать. Но... Ну же, дайте мне пальнуть. Ваншот, 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 ваншот. Да... На! Мимо. На, на! Что это? Танец какой-то? Он еще и понтует, стывает. Даже супер удар не помогает. Но я не это, не шутер, не моя шутер, не мой любимый, не мой любимый жанр, я ДНДР, ПГ. Тут надо соображать быстро и все. Портал вообще вот не юзаю. Тут надо, наверное, куда-нибудь забраться, а куда можно забраться-то? И отсиживаться там. Отстреливаться, это снайпер. Ну а какая тактика у снайперов, не знаю. Вот ваншот не сработал. Он еще и потанцевать успел. А С чего я никогда не вижу вообще. Они со мной играть больше не будут. Блять, опять этот щитовой попался. Просто... Не везде нет, бывает, да? Хватит, Игорь, который скилить. Я на этом буду точно заканчивать. Вот счет 50-14. Спасибо, Игорь Петрович. Я могу просто наиграть в него. Не, я только могу играть как ботов снайпером. Вертолетом еще более-менее вынес сегодня, да? Блин, попасть не могу. Уехал спокойно такой. Все, проигрыш. Сергей, все. А я еще хочу снайпер.
меня реабилитируют. Гитара нарисована. Это предложила такую просто аватарку. Ну понятно, смотрите, левел 69, ну просто охренеть, он всю жизнь играет. А Игорь Петрович только начинает. Go. Та самая карта. О господи, не нравится мне это. Вот почему. И только оружием бить близко. Где этот старый бустер, кто он там? Фотка непонятная. Вот это, наверное, можно. Вот где тут оружие можно? Так, я даже не могу запомнить, где эти, короче, а где. Вот, вот тут мы останемся. Старт.
могу вынести просто и снайперить хоть одного игрока. И все. Ну я кого-то вроде вынесу, да? Так, слушайте. Наверное, надо прокачать что-то у него. Ну-ка, подождите. Где этот его бой? Ой, ну вот. Как назло он уже это. Согласился на бой. Я надо туда зайти и прокачать, я теперь знаю, где прокачивать. Оружие или что-то. Что-то у него не перезарядка и все медленное. Ну что это один на один там? Он меня явно вынесет. Он сейчас сзади уже где-нибудь будет. Ну тут один на один. Откуда выстрел был? Опа! Сэшку надо поставить, чтобы меня прикрыло. Я понял, не оружие, почему вырос? Сэшку надо поставить. 获得攻击加成。откуда он сюда выпрыгивает, не ожидал. Я же подготовил. Все. Хотя, ладно, останемся. Но он меня сделает, если я останусь. Я вынес хотя бы один на один игрока. Да подожди! Давайте кто-нибудь подключайтесь в игру. Что это один на один-то? Во! Вот здесь вот надо снайперские позиции и расстреливать его. Сэшку. Вот, это защита. И вот. Где он, козел? Пошел на. Я так больше не буду тупить. Вообще на там сомневаюсь. Один к четырем, замечательно. Мне так не победить, я проигрывать не собираюсь, пошел на. Ой, извините, да. 威震天, надо прокачать его. О, вот 12 на 12. Ну это полная группа. О, 6 на 12. Тут. Вот по одному все. А, вот я теперь понимаю, где игроки, где. Понятно, какая у него. Вот такой вот у него. Даже скрипает. А, вот же кто создатель, слева пишется. Старый дух надо напоминать, апрель. Чё, капнул, никто не знает. Ну, сейчас все спят, на разницу во времени еще на самом поясе. Все, я примерно понял, я ничего не победил, в следующий раз. Надо когда-то стоп сказать, уметь. Как выйти из этой херни? Туда, в гараж. Блин. Дай. А, вот гараж. Фу. Надо вот снайперу прокачивать что-то обязательно. Вот тут прокачка, насколько я помню. Нет, вот тут. Где она прокачка-то? Ну это тоже сюда. А где прокачка-то? Вот. Стоп, снайперу как повышать уровень? Во! Ох, не понять, а что это? Ну-ка, у него есть альтернативные костюмчики? Вау. Снайпера надо что-то проапгрейдить, что-то прокачивать. Почему 6800 у меня стало? У меня было 7, куда я потратил? А, вот, 7000 у меня, да. А вот эту милашку, которая лечит команду. Кстати, она пригодилась. Куда я открою, наконец, эту Юарсик, по-моему, вот это неплохой чел.
Почему у меня бамбл вот этот вот, вот, динозавр? Где, собственно, танк? Где танк? Вот, танком бы я подбирал. Где мегатрон, вот это мегатрон. Где мегатрон? Бамблби куда исчез? Это мегатрон или мегатрон? Ладно, все. Но Optimus Prime все равно тоже рубится своим щитом. Мо. Конечно. А вот это вот. Вот. Похоже на истребителя, на самом деле трансформирует в тачку. Быстро гоняет наверняка. Но почему ты? Так, и вот. И, короче, вот моя цель, не считая, открыть ее. Голограмма и акции, которая трансформируется. А ну-ка у нее. А, у нее плетка второе оружие. Ну, тут надо на максимум играть, а не. А не на это. Вот у нее плетка. Ладно, все. До свидания, с вами был. Всех воспитает Арсин. Она лечит. У нее скиллы лечения. Да блин, почему? Да, на выход. У меня сегодня краш случился. Это не очень-то. Я буду сейчас снайпером. У него мечта вот эту открыть и закончить. Я уже ударить, чтобы мне время. Время сильно отнимало. Открою, когда ее. Скоро уже, через 10 тысяч. А вообще, я буду вот здесь набирать. Здесь вот, вот и это по обычной миссии походу ПВЕ. Вот это тренировка ПВП, это вот, вот это вот скала, я через это забрался. Опа, что там у нас? Где этот Star Blues, что у него? Он уже вышел. 7 из 12. Ладно, могу и сам создать. Тренироваться надо. А кстати, сам создам. Ну-ка по самому еще я не пытался. Сам создам, что будет? Так, а как самому создать комнату свою? 6 карту, да, можно? А где карта? Что это? Как мазь называется? Игорь Петрович, мазь называется. Это карта, нет? О, это карта! А чё так мало карт? У меня уже привычная вот та карта. Это светлая чудо карта. Давайте посмотрим эту светлую, что это такое вообще. Тест. Берем тест. Кто-нибудь приконнектится вообще сюда. Все можно здесь, короче. Это уровень, да, максимальный. Без пароля. Это пароль по-любому. 1, 2, 3, 4. Да, так и подумал. Все, разобрался. Тест. Вах! Я теперь вышел. Ни в коем случае, назад. Да, блять, назад. Да блин, выходим. Да как так, ну хоть карту посмотрю. Я сейчас разберусь, где эта хуёвинка, блин, которая за оружие отвечает, а которая нет. Ну это что за карта такая? Ну это как CS GO. А, ну ясно. Ну его нах. Я слышу карту. А как надо правильно создавать, чтобы вот
все можно было. Юзать. Может, наоборот, надо все отменить. О, замечательно, все разобрался. Назад. Блин, назад сказал. Значит, все отменить надо. Вот так карту создавать, теперь понял. Ну ладно, я бы разобрался отсюда. Вот. Тест. Это моя карта. Погоди. Моя карта, стоп. Я создатель. Подожди. Я вот это все убирал на самом деле. Что-то уж все переименовалось мне. Это свою карту не могу затягивать. Ничего себе, не поднял, переводишь на подъем деньги. То что-то хотя бы узнаю. Но я потом буду все равно PvP играть. Больше не буду принимать здесь ни друзей, ни PvP. Открывать буду, пускай зарабатывать бабло, мне на арте открыть и все закончить. Потом ей попробовать попвпшить. Она на больше 3 лечения отходит. Да вы чё, ждете кого-то еще? Все тогда. Сам создам. Тут я не знаю, что тут, может, какая-то сложность. А вот это я разобрался. Так, третья, да, по-моему, четвертая. Да. Это я убираю, убираю. И тогда. И тогда нормально, да, это убираю, убираю, да, вот. Правило, карта. Ну блин, ну почему же не туда-то? Ну я понял, все, убирать нам вот эти галочки. Ну сейчас, если кто подконнектится, кто подконнектится, кто нет, нет. По моим правилам играю. У меня все равно на было. Ну блин, по полной. У него хп мало, защиты мало, зато он может вынести только так. Ну зато я полностью разобрался с собой. А чё не прыгаешь? Прыжок запрещен, что ли? Я прыгать не могу. Надо трансформироваться. Трансформироваться не могу. Прыгать не могу. Так-то. Да мне не нравится.
Ну-ка, если ничего не менять. Во! Просто ничего не менять создаем. Наверняка все нормально, стандартка. Значит, там прыгать, там отменяет оружие. Прыжок есть, замечательно. Просто ничего не менять. Замечательно. Вот, это мне нравится по этим правилам. Значит, просто на запоминать. Сейчас я соображу сам. Значит, теперь я понял по этим правилам тоже, какие галочки означают. Что какие галочки означают? Вот эти две включены. Это значит, что включено. Остальное не важно. Значит, вот такие вот галочки я должен смотреть. Ну-ка, вот, вот, вот это вот те самые правила, которые мне подходят. Теперь я понял. Вот это вот оружие отключено. Если эта галочка еще отключена, то это значит прыгать нельзя. Или наоборот, вот это вот включено все. Ну что-то типа этого. Все. А ну вот же рисуется, наверное, прыгать можно. Или что? Вот это вот для чего рисуется? Ну-ка еще раз. Я понял наверняка, что-то. Я сам создаю. Вот. Ну-ка, у меня картинки этой нету. Ну, примерно все понятно, все. Я потом снайпером разыграюсь. Мне он понравился. Пускай нуб стороны. Ну, конечно, вертолет больше будет так сказано. Все на этом. Ну что, что-то не играть, он сейчас все спят у меня ночью, смотрим, что по моему. И вообще хватит ПВП, ну, не надо. Вот, ПВЕ. Снайпер меня приколол. Но им надо тренироваться лучше. До свидания, снайпер, дружище.